вдруг вдалеке они что-то увидели. А вдалеке оказался енотик Агаша. Они крикнули: «Енотик, мы заблудились! Укажи нам дорогу обратно!» А енотик Агаша им в ответ: «Указать я вам не могу, но идите со мной!» Оказалось, енотик Агаша был слеп. У него не было зрения. И получается, енотик Агаша указал путь енотику Еше и Кокосику путь домой. И с тех пор жили, поживали, да добра наживали три закадычных друга. Енотик Еша, енотик Кокосик, енотик Агаша. Вот и сказочки конец. Кто не слушал, тому пиздец. Ай, блядь, маска, блядь. Маска, сука. Да, я. Да. Нормально, че не, тебя, че не нормально. Енотик Еня, его енотик Аня, енотик Бимба. Да. Хуя, док, хуя, док, да. Я сейчас одну секунду, уважаемые смотрители. А, ну давай. Да. Хуя, док, ну да. Хуя. Кто дебилует? Я дебилует. Кто это сказал? Там кто-то на меня в чате это сказал или мне показалось? Не понял. Хуяндук. Кто дебилует? Кто? Ого, какая сральня большая, ля. Нихуя себе сральня, площадью больше, чем мой гараж. Вот это прикол. Бля, какой. Ясно, страшилка. Ля, блядь. Бля, у меня никогда не было чистой ванны настолько, как вот это. Очень чисто. Как будто бы 3D-графика присутствует. А, ну давай. Хуян, друг. Так, а что тут по заданиям? Где у нас тут написано, что сделать? Выйти на террасу или что-то такое? Сука. Тю ебать. Да нет там нихуя, блядь. Мне надо фонарик какой-нибудь найти. Потому что я нихуя не вижу. Ответьте на входящий вызов. Хуя, ну. Спасибо тебе за подписку. Спасибо за подписку, солнышко. Спасибо. Сковородку, кастрюлю какую-то выключать нужно. Ебать. А где она, блядь? Спальня ебаная, траходром. А, ну давай. Ага.
Ох, ебать, тля какая. Это, блядь, не елка, сука. Это алоэ, блядь. Это какой-то алоэ, сука. Ебать. Да, блядь. Ебать, нихуя себе нагревается, как быстро. Ля. Тварь, да, блядь. Нихуя себе. Вот это, блядь, он гудит. Как трактор какой-то. О, сука. Ебать, ну это уже не игра, блядь, это какая-то страшилка, что ли, блядь. А, не рождественская елка. Дорогой Санта, в этом году я себя вел хорошо. На Рождество мне бы хотелось консоль для видеоигр и новый велосипед. Ты ебать, нахуй тебе эта консоль, это для дебилов. Саша, Саня. Не понял. Саша, Сашенька, хуй соси, Саша, хуйло, о-о-о. Ты блядь. Ну это какая-то страшилка, блядь. Реально, блядь, сука. Ебать, лох. Лох. Куряга, блядь. Ой, блядь. Эй. Бройлер. Там на втором этаже что-то забыл я. Ну-ка, что скажет насчет Сергея Крысина? Сергея Крысина, ой, фу, блядь. Школьник, гнида, блядь. Школьная поебень, блядь. Что-то за вещь, лежащая на полу. Олень не любит, когда его не игнорят. Иди ты нахуй, блядь. Это кто олень, блядь? Маслеры, что ли? Я олень? Я енот. Я енотик Еша. Ай, блядь! А я ебать, я знаю, куда, блядь, идти, чтобы отключить. Ты суп. Я, блядь, только что был там, ясно, блядь.
Вот здесь я, блядь, ясно. Я специально дверь открытую оставил. Потому что я ждал такой подвох. Я ждал такой подвох, ясно? Шкива. Меня не проебёт. Ай, блядь! Ебать, олень, ебать! Настоящий, да? Или нет? Ай, блядь, отстань! Блядь, я... Ай, блядь! Ебать, меня олень выебал, блядь. Ебать, настоящий олень, блядь, проснулся, ебать, и пизда, напал на меня, ебать, я хоть ебать, прикол, блядь, я не ожидал, ебать, Фу, блядь. Ебать, какой-то олень, блядь, пришел. Ебать, ну, какой нахуй олень, блядь, какого хуя он тут появился, чё за ебота, блядь. Ебать, олень нахуй, блядь, хули олень, почему олень, а не медведь, блядь, или, не знаю, петух какой-нибудь, блядь, или курица, блядь. Ебать, хуйня. Ебать, ну это не игра, ребята, это уже какая-то страшилка получается, блядь. А, ну давай. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Крампус это не олень, это такой здоровый монстр. Я смотрел кино Крампус, ясно? Сосед Шкила. Сосишь? Шкила, сосишь мой писец. Иди ко мне! Блять, я заблудился. Туалет? Что это? Это что? Вот. То, что надо. Блять, иди нахуй, серый! Ой. Привет, любимая девушка. Доп мягкий знак, пожалуйста, в стимах у друзья. Перед друзьями полуобувюч. Ссылка удалена. Спасибо, дружок. Сейчас. Спасибо большое. Спасибо. Да какая-то страшилка идет по телеку. Привет, медведь. Ебать. Блять. Привет, Серега. Ты что, опять нажрался, блять? Ебать, 3D олень за мной бегает. Пиздец, блять. Сука, блять, 3D олень, блять. Привет. Что мне делать, чмо? До свидания. Ой. Дурак, блядь.
Я наебал его. Блять, фонарик не знаю где. Блять, а где фонарик, реально? Какое имя тут спален, эти хуевая гора, блядь. Это и так второй этаж. Привет. Занято нахуй. Занято нахуй. Занято. Занято, блядь. Привет, работяги. Здорово. Как всегда, хороший парень. Здравствуй тебе. Олень, спасибо большое. Береги сердце. Лучший ДАИ пугач для работяг. Олег, Олег, садишь в туалет, и я весь твой. Еще ведро пару раз хуяки. У меня так дырка сужается. Оцени. Олень похож на Дмитрия Урича, такой же олень. Спасибо за донат. Блядь, а где фонарик? Хуй пойму, блядь. Ля, дурачок. Быканул, сука. Опа. До свидания. Он что, постоянно гореть будет? А если он разрядится? А нахуй он мне нужен? Какая мне цель? ЗДР, стой, Валера, я тоже твой зябл. Только старый. Здравствуйте. Недавний факарущий везде, а зашкваров накопилось слишком много. Старичкам стыдно за твою стримерскую деятельность. Кто? Ты опозорился и кормишь за отраками нас. Я про звонки. Пора отвечать за поступки. А, ну напиши твичу и спроси, когда звонки будут. Будто бы от меня зависит. Пошел нахуй. Соси за лупу, бобра. Соси сперму собаки мертвой. Не слышу. Священный маслонтий. Три Д фонарик, ля какой. Занято. Я тебе орю. Обиделся, дурачок? Вот и уходи давай отсюда. Черт.